Здравствуйте, вы смотрите новостной выпуск «День за днем» в студии Виталий Волков. Сегодня в программе. Судьба строящегося объекта второго микрорайона все еще остается под вопросом. Взяты просто за образцы те подписи, которые брали во время опроса. И эти подписи просто были подделаны, вот чтобы они были похожи на оригиналы. Праздничные мероприятия ко дню пожилых людей. Счастья, любви, творческих успехов и неиссякаемой вашей энергии, которую вы будете дарить нам на долгие-долгие годы. Жители дома номер 3 второго микрорайона продолжают решать проблему, заложниками которой они стали по незнанию или злому умыслу. Под окнами многоэтажки с сентября строится магазин. Застройщик уверяет, все законно, но у горожан другое мнение. Был просто проведен опрос. На основании данных этого опроса взяты просто за образцы те подписи, которые брали во время опроса. Вот. И эти подписи просто были подделаны, вот чтобы они были похожи на оригиналы. Давали ли жильцы согласие на возведение этого магазина, а если нет, то откуда их подписи появились на бюллетенях, пока это остается загадкой. Тем не менее, недострой уже стал частью местного ландшафта. В попытках вернуть все, как было, горожане обратились в местную администрацию, а также к региональным чиновникам. Со всех сторон и силовые ведомства, и администрация города Десногорска максимально прикладывают усилия, чтобы данный недострой ликвидировать, потому что разрешение на строительство выдано не было городом. Первое. Второе. Здесь идет строительство в нарушение всех СНИПов, то есть санитарные нормы и правила застройки идут нарушения. Несмотря на это, шум молотков не утихает уже второй месяц. Городская администрация направила иск в Десногорский городской суд о признании якобы подписанного протокола собрания собственников, который разрешает строительство, недействительным. Заседание должно было состояться 28 сентября. Заседание судебное отложено на 5 октября. Истребованы дополнительные доказательства, такие как бюллетени собственников, помещение в многоквартирном доме 2-3. А пока жильцы будут находиться в томительном ожидании развязки этой истории, финал которой, судя по всему, не за горами. С 1991 года на международном уровне отмечается День пожилого человека. 1 октября к старшему поколению относятся с особым вниманием, стараясь сделать этот день по-настоящему добрым и теплым. С теплотой его провели и в Десногорске. Дорогие главные люди Земли, с праздником вас! Будьте всегда одарены заботой и уважением, пониманием не только близких, но и окружающих людей. 1 октября в Центре культуры и молодежной политики города прошел фестиваль «Душою вечно молодые». Творческий смотр-конкурс проходит уже в 7-й раз и в этом году приурочен к 75-летию атомной промышленности и к 75-летию Великой Победы. На сцене коллективы Десногорска. Хор «Ивушка», ансамбль русской песни «Сударушки», вокальный ансамбль «Десногорочки плюс», а также «Гармония» – вокальный ансамбль ветеранов Смоленской АЭС. В этом году фестиваль «Душою вечно молодые» прошел в новом вокальном формате. В остальном все по-прежнему. Участники – представители десногорца в возрасте от 55 лет, которые готовы показать свое творчество. Такая активность была поощрена дипломами и подарочными сертификатами в конце мероприятия. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви, творческих успехов и неиссякаемой вашей энергии, которую вы будете дарить нам на долгие-долгие годы. Днем позже, 2 октября, День пожилого человека отметили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна». Привычные занятия по физкультуре начались с поздравлений и подарков от спорткомплекса и Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Десногорска. Мы поздравляем вас с прошедшим вчерашним праздником. Мы хотим вам пожелать, главное, это здоровье. Забота о здоровье в этот раз прошла с особым энтузиазмом. После поздравлений и врученных подарков пожилые десногорцы были готовы к своим новым личным рекордам. Советуем всем, особенно в пожилом возрасте, заниматься спортом. Мужу 88 скоро будет, мне 85.
Мы благодарим администрацию города и администрацию ОКА за то, что нам предоставили такую возможность. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго!